Из книги «Открытым оком», том 15, тема «Лапкин книги», вопрос 2932. Какие ваши тома «Открытым оком» лично вам более дороги именно сегодня? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Думаю, как и родителям, наиболее дорого чадо в их старости рожденное. Хотя наша мама, мать 10 живых детей, говорила, любой палец укуси одинаково больно. Во все заложил очень много, трудом взято немало. Может, последнее, так как постоянно думаю, что здесь уже кричал, когда приезжает кто-либо и спрашивает, какую книгу посоветуете в первую очередь начать читать, то указано первый том «Открытым оком» или на последний. Когда человек поймет, что это его жизнь, тогда он и посередине вычерпает. 1 Коринфянам 10.31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете – все делаете во славу Божию. Глава 82. О Господи, щедры Твои дарения, Ты жизни свет, души успокоение. Во имя нас страдал Ты и скорбел, идя путем Своим неизреченным. Спасая нас, Ты муки претерпел пред тем, как вознестись в иной предел и слиться с Духом наисовершенным. Во имя всех апостолов святых, во имя благоизбранных Твоих, благословляемых Твоею дланью, создавшей твердь и все, что в мире есть, которым я в другом своем писании по мере сил воздал хвалу и честь. Во имя их любви и совершенства, без милости меня Ты не оставь, и на стезю желанного блаженства их указанием пастырским направь. О Господи, надеждой на спасение отметь меня, как тех отцов святых, прославленных чередою поколений и языками всех краев земных. Наставь меня, как тех святых людей, увенчанных венцами светозарными и песнопениями благодарными и озаренных милостью Твоей. Грегори Нарекаться.